Как добавить сеть Crypto Emergency в MetaMask? Вариант номер один. Находите сайт Chainlist, на котором отображены все официальные блокчейны, начиная с эфириума номер один. В поиске забиваете Crypto Emergency. Выбивает вам 193 номер. Можно подконнектиться сразу кошельком. Все очень просто. Все, смотрите, видите, сеть Crypto Emergency появилась. Это не токен, это коин, это блокчейн. Это также будет у вас высвечиваться сеть, как Ethereum, Binance Smart Chain, также Crypto Emergency. Вариант номер два. Находите сайт SameScan. Это наш сайт, на котором обозреваются все блоки, все транзакции блокчейна. Дальше опускаетесь вниз. Здесь есть законнектить ваш кошелек, добавить, спокойно добавляете. Также отображается сеть. Все, она уже есть. Очень легко это сделать. Не надо искать никакие смарт-контракты, ничего. Сразу одной кнопочкой. Вариант номер три. Заходите на наш сайт 7blockchain.com. Выбираете внизу подробную инструкцию, как добавить сеть в кошелек MetaMask. Очень подробная инструкция. Здесь все можно скопировать, все можно вставить, если прям не получается. И спокойненько также все можно добавить через наш сайт. Здесь копируете, там вставляете. Все расписано подробно. Никаких вообще проблем не возникает. Сейчас покажем. Так, еще минутка, может быть даже меньше. Вот. Все, добавили в сеть. Отображается. Вот, пользуйтесь. Все удобно. Три варианта. Любой выбирайте для себя, какой хотите.